Два из двух студенты художественного училища оправдали надежды своих наставников и стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов. Александр Гущин и Ксения Кузьмина получили гранты в размере 100 тысяч рублей. Они, еще трое студентов художественного училища, представляли нашу область на смене «Молодые художники, скульпторы и искусствоведы» на форуме «Таврида». Кастинг и отбор здесь был на базе училища, очень жесткий. Были выбраны лучшие из лучших, те, которые показали себя и в творческой жизни, и в жизни училища, что немаловажно. Они должны быть организаторами. То есть, в общем-то, надо отдать должное, что детишки, те, которые победили, это вот Кузьмина Ксюша и Саша Гущин, обладают определенной харизмой. Харизма переводится как «дар Божий». То есть они действительно одарены тем, что умеют доказать, что они на что-то способны. Александр Гущин – участник фестиваля граффити в Иванове, автор росписи двух трансформаторных подстанций. Это, например, украшено стилизованными изображениями известных памятников архитектуры – Красная Церковь, Дом Подкова, Дом Корабль. Слова благодарности из уст горожан вдохновили молодого художника на проект «Дай цвета», чтобы доказать, что граффити – это не вандализм. Мой проект заключается в росписи остановок, росписи трансформаторных подстанций на экологическую тему, на тему семьи, на тему дружбы, ну, социальные росписи. А также на остановках это будут с отсылкой к историческим фактам. Ксения Кузьмина представила социальный проект «Мы вместе» для детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Проект заключается в том, чтобы группа дизайнеров и художников давали мастер-классы детишкам, соорганизовывали их выставочную деятельность. Все задуманное художники будут реализовывать в 2018 году. Сил осуществить свои проекты хватит. Неделя на Тавриде зарядила энергией на целый год, не меньше. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.